Здравствуйте. Сегодня у нас 15 августа. Сегодня печальная дата. Моей бы мамы исполнилось бы сегодня ровно 80 лет, но она вот умерла в прошлом году, не дожив такой круглой даты. Так что вот сегодня было бы день рождения моей мамы. Ну ладно. У меня есть такой вопрос. В общем, все просят меня сделать разговорное видео, но в связи с тем, что вот происходит вообще в мире, вообще везде, очень сложно сосредоточиться и на какие-то там бытовые вещи делать видео разговорное, я не могу. Я вот не могу, я не понимаю вот этих больших блогеров, которые игнорируют вообще все, что происходит в стране, в мире, что они прыгают с этим шматьем, с этой едой, прыгают, веселятся, устраивают скандалы, и ты понимаешь, что они ведут каналы только для зарабатывания денег. У меня вот сейчас какое-то такое вот сложилось ощущение неприятное, что ну хотя бы можно же людей просто вот Белоруссию поддержать или что-то внутри слова, какие-то защиту там, Хабаровска, что-то сказать, ну вот так как они вот молчат, вот все эти вот наши вот, большие блогеры, мы-то типа не до блогеры же, да, вот, как они молчат и вот трясутся этим барахлом, не знаю, мне кажется, что это неправильно. Все равно надо как-то участвовать в мире. И уж до такой степени бояться, что какое-то количество людей отпишется, да, да малюсенькое количество людей отпишется. Я бы, например, мне вообще все равно. Я высказываю то, что я хочу, отписывайтесь ради Бога. Что-то мне это угрожать отписками. У меня канал для высказывания моего мнения. И вот такое у меня мнение. И вот Меня попросили сделать видео про молодежь Испании. Но в данной ситуации, как бы, про молодежь Испании, ну, мне кажется, что в этой ситуации надо разговаривать о всей молодежи, вот, молодежи всего мира. Причем тут молодежь Испании? Молодежь Испании точно такая же молодежь, как и в России, и в Белоруссии, и там в Америке. Я лично никакого сильного отличия не вижу. Я здесь 14 лет прожила. Я не хочу сказать, что молодежь Испании чем-то очень сильно отличается от молодежи России там, или Беларуси. Нет. Вы же понимаете, что сейчас глобализация, вы понимаете, что интернет, что молодежь сейчас настолько информирована, она так информирована с помощью Ютуба, там, ТикТока, еще какая есть у нас сеть. Ну, в общем, соцсети, они глобализируют мир, и то есть сознание, мне кажется, у молодежи, практически у всех, у которых есть доступ к Ютубу, есть доступ там, к другим соцсетям, молодежь сейчас очень активная, очень образованная, несмотря на то, что все стали кричать, что молодежь сильно не учится, но все равно разносторонне развита молодежь сильно. Но есть, конечно, есть какое-то количество молодежи, которые ничем не интересуются. Ну, что сделаешь? Есть такие люди, они и среди взрослых есть. Жарища страшная. Вот. И... Но так как вот я смотрю, что происходит в Хабаровске. В Хабаровске там идет одна молодежь. Вспомните Екатеринбург, когда они отстаивали свой сквер. Основном была молодежь. И она не тупая, и ей никто не заплатил. Никому там никто не платит. Но это смешно. Вы представьте, какой должен быть бюджет у оппозиционеров, которых без конца грабят и счета им закрывают, и, значит, у них всю технику отбирают, и там им приходится свой юридический адрес менять, потому что
все у них отбирают. Как вообще оппозиция может кому-то что-то заплатить? Вот даже вот мне написать, что я делаю видео там про Хабаровск или про там Екатеринбург или там еще там про Белоруссию, что мне за это заплатили. Я вам знаете, что скажу? Что видео, где присутствуют вот митинги, вот такие вот какие-то, ну, как насилие, там же все равно показывают насилие, людей бьют. Эти видео, они даже не монетизируются. То есть я за такое видео, тем более снятое с телевизора, я не могу иметь ни сентима, это смешно. Никто мне ничего не платит. Это просто крик моей души на происходящее, когда ты смотришь, у тебя волосы дыбом встают, что человек на весь мир заявляет, что он сделал вакцину неапробированную, и которую еще и собирается пробовать на населении, заставлять это прививаться. А ведь это чужеродный белок. Вот вы посмотрите Альянс медиков, там медик, женщина, рассказывает о том, что это чужеродный белок. Это очень страшно вводить в организм, неапробированный. Там медики Германии, там Америки не могут до сих пор найти эту вакцину. А вдруг это раз ни с того ни с сего в России нашли. Ну сами-то вы подумайте же. Я когда вот это услышала первый раз, ну, я подумала, что это фейк. Что... И когда я это по телевизору увидела, я не знаю. Люди, вы сами-то нормальные все, нет? Вы можете в это поверить? Ни в коем случае нельзя вакцинироваться такой вакциной. Я не знаю, мне написали, что типа Европа заставит вас, вы будете вакцинироваться. Ничего, никогда Европа ничего не заставляет. У нас висят плакаты вот в больницах, что есть бесплатная вакцина от гриппа. И кто что заставляет? Никто никого ничего не заставляет. Не надо глупости выдумывать. Не пойдет на это Европа заставлять кого-то что-то там вакцинировать. Ну да, может быть, они начнут активно агитировать, но заставлять я вообще ничего не видела ни разу за 14 лет, чтобы в Европе кто-то кого-то что-то заставлял делать. Тем более вакцинироваться. Тут даже вот... Вакцина БЦЖ была добровольная, то есть как у нас детям ставят, ребенок родился, сразу ставят БЦЖ, не спрашивая даже родителей там, ну может спрашивают сейчас, не знаю. Вот. Ну, я помню, меня просто перед фактом поставили, что поставили моему ребенку вакцину от туберкулеза и все. Я не помню, и потом я помню очень много раз, как... По-моему, каждый год им вот манту делали. Ильяс просто приходил и показывал, что им сделали манту и все. Никто ни разрешения, ничего. Один раз у меня пришел он со школы и говорит: мама, мне поставили прививку под лопатку. Я не знаю, что это за прививка такая была. То есть меня вообще никто не информировал, не спрашивал, можно моему ребенку такую прививку ставить, нельзя. То есть. У меня ребенок приходил из школы и говорил мне вот это, а это были 90-е годы. Это были 90-е годы, никто никого ничего не спрашивал, ставили и все. Так. Против ли я прививки или за? Я не знаю. Я не знаю. Я лично не пойду никакие прививки делать. Не знаю, я, наверное, не пойду. Никакие прививки, тем более... После того, как врач сказала, что это чужеродный белок, и он может вызвать какие угодно там эти побочные эффекты, то нет, я лично я на данный момент, на сегодняшний день, не собираюсь вообще никакие прививки ставить. Так, о молодежи. Вот все-таки тема молодежи. Молодежь, вот я когда смотрю канал «Мой протест» называется, как приятно смотреть на нашу молодежь. На все, значит, вопросы нет вот такого ответа: я не интересуюсь политикой, мне там все равно. Вот в основном молодежь очень развернуто отвечает. Очень такая позиция всегда у них. Ну,
видно, что человек в это верит, что ему это не навязано, что это идет из глубины, как бы из глубины, что это... молодежь вообще, она как бы получается в курсе. В курсе. И когда начинают показывать мое поколение, конечно, это очень грустно, очень страшно, потому что люди либо очень боятся камеры, сразу отворачиваются, бегут. Ну, страх до сих пор у людей. То есть даже люди всего боятся, даже боятся свое мнение высказать. При том, что страна все время кричит со всех сторон, что у нас демократия, свобода слова, а люди просто боятся вот моего возраста что-то сказать, вообще что-то сказать. И в отличие от них молодежь очень аргументированно высказывает свою позицию, и смотреть очень приятно. И когда на это смотришь, и ты понимаешь, что да, есть будущее, и наши дети добьются того, чтобы жить в справедливом обществе, так думаю. Да, вот основной электорат — это вот люди моего возраста, которые очень сильно зомбированы телевидением. Даже когда они пытаются вот что-то сказать, они вот достают какие-то вот из головы вот эти шаблоны, которые они услышали из телевизора. Вот там. Больше всего ужасает, когда в той плохой ситуации в России почему-то все время обвиняют Америку. Ну, при чем тут вообще Америка? Вот это самое вот. Америки сейчас вообще ни до кого нет дела. Ну, у Америки тоже свои сейчас такие страшные проблемы, что Америка даже они не освещают вообще ничто происходит нигде. Но настолько они сконцентрированы сейчас на своих проблемах. И до сих пор люди вот моего поколения верят в какой-то госдеп, какой-то там, господи, вот это вот слушаешь и просто, ну, просто глаза на лоб. У меня глаза на лоб лезут, когда вот я это слышу. При том, что последнее время, знаете, вот где-то я вот по одноклассникам сужу, что вот буквально года два назад, когда я там выставляла какие-то видео, ну, такие, от оппозиции, то на меня кидалось очень много народу, пытались меня переубедить, какие-то такие доводы странные приводили там, ну... То есть наш народ почему-то не понимает, что самое главное для правительства – это заботиться о том, чтобы народ хорошо жил, чтобы была достойная пенсия, достойная зарплата. Но наше правительство почему-то все время заботится о других странах, почему-то там Африке долги прощают. Чуть что где-то за границей случится, бегом, значит, помогать, а своим пенсионерам почему-то никто ничего помогать не хочет. Какое-то странное, вот это ужасное отношение вообще к людям. Вообще ужасно. Ой, жарко вообще, очень сильно жарко. Это 39 градусов. Днем-то вообще 36, вот так вот. Поэтому очень тяжело всякие вот эти разговорные видео делать. Вот это вот поразительно, что на первом плане почему-то у нашего правительства все время разговоры о помощи каким-то другим странам. Почему нельзя помочь пенсионерам? Почему нельзя помочь умирающим деревням, которые вот, ну, просто разваливаются? Там страшные халупы показывают. Вот вы посмотрите, я очень люблю сейчас смотреть такие YouTube-каналы, как «Слово пацана», «Абракадабра», «Сказал, сделал», по-моему. Вот вообще «Слово пацана» я там стала этим спонсором. Ну, потому что этот парень, он такой замечательный, он именно вот на самом деле помогает. И вот он вот это вот показывает, вот эти деревни. Мне вот всегда так интересно, вот,
вот эти кремлеботы, которые начинают мне вот писать, что ты не понимаешь, у нас в России сейчас все богатые стали, у всех машины стоят во дворе. Где у вас у всех машины стоят во дворе? В Москве, в Санкт-Петербурге, где у вас? В Екатеринбурге, где еще? В Казани? Может быть, да, может, стоят. Может, в крупных городах стоят. Но где они стоят? В деревнях, в поселках? Что там? Где стоит? Там развалины стоят. Там люди по 30 лет, у них машина, которую они перебирают там, трясутся. Запчастей уже нет, они там на свалках ищут этих машин, показывают, как они пытаются. Потому что нет никакой возможности у людей из села, из провинции вообще что-то купить. Люди даже не могут себе позволить еду даже не могут позволить. Показывают страшно. И мне все время так вот интересно, когда вот вы что думаете, что я вот тут приехала в Испанию и с такой уверенностью все время вот эти... Вот я считаю, что кремлеботы — это и есть предатели Родины. Это предатели Родины, которые рекламируют и пытаются навязать всем, что все прекрасно, все хорошо, что они что пытаются навязать, что если ты вот там в деревне живешь в развалюхе, то ты сам в этом виноват. А если там работы нет? Как сам человек может быть виноват, если нет работы? Ну, допустим, можно было бы такое сказать в Советском Союзе, когда работа была всегда. Я говорю, что я помню, что нас возили в Уром, это я была подростком, на картошку. Там были вообще, там одна улица была, там были шикарные дома, там дворы были шикарные, там у всех коровы были, у всех там эти козы были, у всех стояли вот эти Нивы тогда новые, вот эти вот с нашего автозавода, Буханка их еще называли. Вот. Помню очень хорошо, наши вот автомобили там стояли. Они тогда были новые, и люди в очередях стояли, чтобы их купить. Стоили они у нас, по-моему, тогда где-то около 3000, что ли. Я не помню, по-моему, около 3000, да, рублей. Ну, у нас тогда зарплата была 200 рублей. Ну, вообще, конечно, все вот это печально. Вообще все это печально. И вот я смотрю слово пацана, смотрю, как пенсионеры в каком ужасе живут. И у них такая вот безысходность, они даже боятся помощь принять. Вот, понимаете, вот настолько вот пенсионеров наших затравили, что они даже вот... Человек пришел, помощь принес продуктовую, и они говорят, а вы ничто потом за это с нас не истребуете, вы потом не придете в 3 раза, не запросите у нас, или вы там не отберете что-то. Вот. Люди даже перестали уже вообще в какую-то вот бескорыстность, даже люди, посмотрите, до чего дошло, что пенсионеры, что люди простые уже просто не верят в бескорыстность вообще. Это страшно смотреть. Вот посмотрите слово пацана, посмотрите, сказал, сделал. Там много таких вот, как пенсионеру, которому 82 года, решили полностью отреставрировать машину. Это вообще очень интересно, посмотрите, очень интересно. Полностью отреставрировать машину. ГАЗ. Ну, я в машинах не сильно разбираюсь, ГАЗ, по-моему, которая вот, ну, такая вот открытая. Раньше, знаете, у нас раньше, вот я когда маленькая была, ну, мне 10 лет было, у нас раньше в таких машинах, знаете, кто, начальники ездили, ну, вот это, я помню очень хорошо, брезентом такая открытая, зеленым брезентом. И вот решили отреставрировать полностью. Вот зайдите на этот канал «Слово пацана», посмотрите, это невероятно интересно. Там вначале бабушки построили дом за бесплатно совсем. Ну, он, конечно, ну, не прямо похож так на дом, ну, такой домик. Но я все равно считаю, что при то безразличие власти вообще к людям, к пожилым людям, которые по 30 лет работали и ничего, получается, не заработали, живут в каких-то полуразвалившихся сараях, и никто не помогает. В этих страшных домах, которые разваливаются при том. И вот они
Ну, конечно, они не могут вот все. Вы сейчас скажете, они это делают ради денег. А вы понимаете, что у нас ничего невозможно сделать бесплатно? Они все это делают ради денег. Так у нас правительство тоже все делает ради денег, но они почему-то же не пошевелились и никому ничего не поехали, это пенсионерки, не построили дом. Хотя получается, что это не очень сильно и дорогой был дом, а почему бы вот всем вот пенсионерам бы не выделить из бюджета и построить эти дома, которые можно даже собрать. Вы скажете, да, что они там дощаные какая-то. Так лучше они пусть в таком доме в дощаном будут жить, чем они будут вообще в сарае жить с собаками вместе. Это же вот, ну не знаю. И одна вот мне пишет и пишет, типа, ой, какой грязный родник. В углу лежали бутылки пластиковые, за которым приедет машина специально в одном месте и заберет их. И у меня после этого, знаете, я вспомнила, какие у нас речки в Ижевске, какие родники. Ну, вы меня, пожалуйста, не смешите. Не смешите насчет чистоты-то. Ну, да, люди везде все гадят, да, это от людей зависит. Там родник не может каждый день приезжать машина и собирать все это дерьмо, да? Ну, это же люди набросали. Но они же не разбросали по всей территории, они же не набросали прямо в сам родник. А я помню, что когда мы ходили в родник, то просто грязь была в самом роднике. Потому что страшно было смотреть вниз, в воду, где что там лежало. Не надо мне рассказывать, я жила 40 лет в Удмуртии, и Удмуртия у нас край родников, самый чистый, может, родник у нас там в Металлурге был, но он просто оборудован был. Очень сильно. Я не могу сказать, что там была всегда идеальная чистота. Нет. А уж то, что которые родники у нас в окрестностях, ну, не знаю, рядом всегда есть свалка. Вообще, в окрестностях, вот особенно я помню, у нас же был огород, когда мы шли к автобусу, на протяжении всей дороги были горы просто свалки мусора. Ну, вот этот несанкционированный мусор, он просто горами лежал. Не надо мне вот. Я понимаю, что, конечно, можно говорить о том, что ты сиди молчи, не рассказывай, не выноси ссор из избы. Вот это, знаете, вот эта вот пословица, вот она, я считаю, она самая вредная. Вот это не выноси ссор из избы. Не выноси. То есть это получается надо покрывать. Вот когда плохое люди начинают покрывать, они не понимают, что оно просто укоренится тогда. Когда вы покрываете насильника, когда в семье все молчат, что, например, муж насильник, издевается над женой, издевается над детьми, и вся семья молчит, то это закончится, может, самым страшным, что кого-то из семьи просто он убьет, и все. Потому что такие люди, они один раз сделал, второй раз сделал. Сошло с рук, все. Вообще теряют контроль над собой. И то же самое тут. Если покрывать вот эти свалки, то есть не рассказывай, что такие свалки. Не говори, что речка там течет, и в ней вместо воды уже один пластик течет вместе с каким-то дерьмом. Правильно, если говорить, нет, у нас ничего это не показывать, и говорить, нет, у нас все хорошо, а оно же там вообще все зарастет. Не знаю, мне кажется, что борьба вот с этим всем, именно когда люди на это показывают, когда люди об этом рассказывают, когда и тогда власти, может, тогда начинают суетиться и что-то делать. А покрывательство, нет, у нас все хорошо, главное, ты молчи, главное, ты делай вид, что все хорошо, и пусть все вокруг думают, все хорошо, а мы потихоньку все зарастем, всех друг друга поубиваем, зарастем грязью, там будем плохо работать и воровать, и все что угодно. Ну, как вот вы думаете, это вот мое личное мнение такое. То, что я вот хочу сказать, именно то, что вот, ну, меня наболело за это время, то, что я вот об этом думаю, о том, что то, что сейчас случилось, и то, что нас ждет,
Я, скорее всего, думаю, что будут, ну, перемены будут очень сильные. Очень сильные, потому что, ну, потому что они должны произойти. Ну, потому что количество, оно всегда переходит в качество. Ну, просто настолько уже у людей накопилось раздражение, тем более, что сейчас, понимаете, молодежь, они же видят все, что происходит в мире, они же сопоставляют, у них же вопрос, а почему я не могу так, почему испанский молодой человек закончил там, получил профессию, и почему он через год уже может себе спокойно купить машину, почему, когда он, испанец, завел семью, он может взять в ипотеку квартиру и выплачивать. А наша молодежь, то что может? Ну что, ну да ничего не может наша молодежь. Вы будете вот рассказывать там про Санкт-Петербург, Москву, может, там и могут что-то. Ну что может в селе сделать молодой человек? Только оттуда сбежать и все. Больше ничего. Так что, ну, что нас ждет, я думаю, то, что в Беларуси, это ждет. И никакие кремлеботы уже не помогут. И работа кремлеботов, она, ну, просто бессмысленная. Ну, во-первых, знаете, почему бессмысленная? Потому что вот на протяжении всего моего канала, вот сколько я веду, вот все, что они пишут на самом деле как под копирку. Одно и то же. Все тычут образование. Причем тут образование? Что, почему человек не может, любой человек может высказать, даже с трехклассным образованием, высказать свое мнение, потому что человек, потому что есть свобода слова, и потому что человек мыслящий, и он может сказать свое мнение. Причем вообще тут какое-то образование? Сказать, что ты можешь говорить про выборы, если ты юрист. Так может, мы и на выборы уже с юридическими дипломами будут только запускать? Это что такое? Причем тут, это что, вот знаете, вот это вот то, что они пишут, ну, это уже просто вот из пальца высосано, ничего придумать даже не могут. И главное, все одно и то же, одно и то же. Заходит новый человек, и я сразу знаю, потому как, что он написал в комментарии, я знаю, что этот человек на контракте сидит и просто по техзаданию что-то пишет. Улыбка сразу на лице. То есть про цветочки там, про море я сделала видео, ни одной этой рожи на моем канале нет. Тут все, испарили сразу все. Только, значит, я высказала какое-то свое мнение о происходящем мире, все, тут же они, тут же бегут, все ники меняют, а написано все одно и то же. Вы тоже обратите вот на это внимание. Я уже вижу, я лично уже вижу, что это уже не работает. Потому что я помню первые годы, когда я вела канал, вот какая-то мразь вот это вот напишет, настрочит что-то там про иммигрантов плохое, что вы там никогда своими не будете, вы там никогда вас за своих не примут. А что-то кто меня там в России за свою принимал? Я вот кроме от хамства и оскорблений, так ничего и вспомнить-то не могу. Только ближние, мои подруги, может, ко мне хорошо относились. А если я ходила там по каким-то приемным, да там, извините, презрение одно было и хамство, и как вас тут не стояло, или вас тут много, а я одна, это же у нас так же с народом-то у нас разговаривают же вот это. Так. И ну, может, сумбурное, конечно, видео получилось. Хотела про молодежь рассказать, а получилось обо всем. Ну, потому что молодежь – это наше все. Наше все. И вот эти последние два года, с 18 года, я очень горжусь вообще молодежью, что они у нас активны. В Каталонии молодежь тоже очень активна. Когда выходят митинги, когда был митинг феминисток, тоже в основном стоит молодежь. Молодежь все время в первых рядах. Молодежь у нас прогрессивная. Молодежь верит в светлое будущее, и они сделают светлое будущее. И я, вы знаете, я вот как-то, ну, начинаю уже верить, что все-таки впереди нас ждет светлое будущее. Вот, диктаторы нас наконец-то покинут.
Очень на это надеюсь, что пойдут на пенсию, будут там отдыхать и тратить свои деньги, а дадут, вот это мое личное вот желание, такое вот большое душе от сердца, чтобы пришли новые люди к власти, молодые, активные, и чтобы главная линия управления государством была, это справедливость, о том, чтобы главная линия – это защита пожилых, защита детей, чтобы человек, получив образование, имел место работы, и чтобы эта работа хорошо оплачивалась, чтобы человек мог достойно жить. Это я хочу. Причем тут, как это я ненавижу Россию и русских? Да причем тут вот это ОПГ, которое заняло вместе с диктатором? И при чем тут Россия? Россия наша – это многострадальная страна, которая все время страдает, постоянно страдает. И от некомпетентных вождей, вот это, от этих, которые, кроме как, я не знаю, репрессиями, больше не знают, как управлять страной. То есть не могут создать людям достойную жизнь. И единственное, что могут делать, это устраивать репрессии, чтобы люди заткнулись. Об этом же вот ведь речь, о том, что наше поколение настолько затравили, что люди даже вот боятся вот просто высказать свое мнение, просто вот там единицы, бабушки, вот сейчас в основном бабушки, которые говорят, я уже пожилаю, у меня там пенсия, и я скоро помру, но я вот выскажу мнение, что я вот против всего, и ты вот начинаешь думать, что просто среднее поколение не молчат, потому что они боятся работу потерять, у них кредиты, у них там ипотека, правильно, они боятся, потом они молчат. И это вот, да, это инструмент репрессии именно на людей, давящий, чтобы молчали. И то, что нет вот нормально оплачиваемой работы, достойно оплачиваемой, и поэтому тоже огромное количество людей идет вот работать вот так вот, писать всякие гадости в соцсетях, угрожать там, заставить людей поверить в то, что телевизор говорит правду, а интернет и ютуб – это лживая площадка. Это же их техзадание, чтобы показать, что вот… Почему на меня так кидаются? Потому что я же не рассказываю в своих блогах, что я пришла с кучей бабла сюда, приехала с кучей бабла. И тут прекрасно живу. Потому что в понимании русских это нормально, что если человек приехал в Испанию с кучей бабла, и он может жить в Испании, да, он может жить. Но когда человек рассказывает, что он приехал нищий, и вдруг стал, ну, достойно, нормально жить, нормально, то есть как бы нашел работу, и там, ну все, ну нормально стало жить, то это никак не устраивает. То есть как это, да, это потому что антиреклама идет, антиреклама, и люди, которые меня смотрят, конечно же, сразу начинают мне писать, что я тоже так же хочу приехать, и тоже хочу. И то же самое с Америкой. Почему вот такая агрессия идет на Америку, и почему там основное вот это скопление вот этих кремлеботов, которые постоянно пытаются доказать, что в Америке жить плохо, 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 потому что уже просто это по опросам, я смотрела, 50% вообще молодого населения просто все мечтают уехать в Америку. Об этом же ведь речь, об этом. Вот для этого вот и существуют вот эти армии, вот, которые строчат и строчат всякие гадости, пытаясь выловить в моих словах какую-то ложь, какую-то неточность. Притом они ее сами же и выдумывают, понимаете, сами же. Мне пишут, ты вот в прошлый раз там сказала такое, я никогда в жизни такого не говорила. То есть, ну, пытаясь, да, приехать в Испанию, если человек здесь найдет работу, ну вот проблема у нас сейчас тут с работой. Если молодой человек находит работу, он здесь хорошо начинает жить. Очень хорошо начинает жить. Не знаю, мне в округе, кто имеет работу, люди все хорошо живут. Ну, я думаю, что я на этом, наверное, закончу. Мой монолог, мой крик души. Это вообще был мой крик души.
все, что вот у меня накопилось за это время, я вот вам рассказала. Пишите свои комментарии, люди, не бойтесь сказать свое мнение. Ну и кинутся эти кремлеводы. Да кто они? У них и в запасе-то уже нету, что вот. Вот мне вот уже что-то написали, у них в запасе уже нет. Они мне все это уже по 50 раз писали. Мне все, что я это читаю, мне кроме смеха, это вообще ничего уже не вызывает. Ну и еще тоже вот я опять скажу, что я не понимаю вот больших вот блогеров этих, которые принципиально делают вид, что они ничего не знают, не хотят знать. Хихоньки-хахоньки, тряпками трясут. Едят что-то без конца, бегают, рассказывают, как они хорошо могут отдыхать. Ну, мне кажется, что это на фоне того, что происходит, это как-то некрасиво. Ну ладно, до свидания. Пишите свои комментарии.